Мы на канале «Мужское и женское», и у нас в эфире Оля Казачонок. А знаете, а вообще-то, да, я молодая женщина. Меня зовут Казачонок Ольга Александровна, но по паспорту я Олег Казачонок Владимирович. Так получилось, что мы с женой жили 10 лет в браке. У нее был дядя Максим. Дядя Максим, и так получилось. Не вмешивайтесь. Сейчас я расскажу, как было правда. Я беременная. Девушка, у нее есть дядя Максим. И так получилось, что после Нового года мы с ним переспали. Ты вообще пил каждый день, ты меня бил. Мы с ним переспали, с ее дядей. Да ты меня бил. Она узнала, что я пидорас. Да помогите. Ты меня бил! Я помогу. Меня чуть выкинули. Тишина в студии, ё-моё! Не трогай, это не твой ребёнок. Меня Максим отъебал, её дядя там в жопу шёл. О, как выросла. Слушай, вы кто, девушка? Хуй пальто, блядь, блядь. Хуй, блядь, я в рот таких ебал. Я и так её ебал. Да, я так не выебал. Да, это я. Это я счастливчик. Ну-ка, приблизьте меня. Да, не надо. Нахуй. Не надо было, чтобы я... Головка, отхуя. Короче, я Алена. Я Алина. Алина Мизулина. Это мой бывший муж. У нас любви не осталось. Не осталось. Он пил всегда. А ребенок чей? А Максима. Он пил всегда. Бил. Бил. По ребенку? Даже решил. Я ее даже поджигал. Я заволебала мою славу. В бараке соседнем отцетекали вот напротив барака. Блин, да я пряталась от тебя оттуда. За Озерный дом 50. Вон там, да я пряталась, да ты меня бил. А потому что не было мне, не надо было мне сменять. Да ты меня бил. Довела меня до такого состояния, пидорасом срал я. Ну, папка мне ничего, да? Так вот. Угу. Даша, вы продолжите, нет? Алёна! Говори! Алёна! Прости меня! Пошёл домой! Я буду с Игорем ночевать! Окей! А тебя вообще как зовут, типа, сейчас по-настоящему? А меня... Как ты называл своё имя? Олег! Олег? Да, вам звонят? А я Игорь. Гордон, дядя Гордон. Давайте отправим вот это. Пожалуйста, ребята, дорогие друзья, граждане российской. Я уже не могу, вы понимаете? Гордон, Юля, правда, мне очень тяжело в последнее время. Угу. Это правда, он меня поджег, но потому что, ну, где я ожоги? Не знаю, я про... Да зажило все, зажило. Да вы что? Он говорите. Меня бил всегда. Мой там, ну, я чуть не потеряла этого ребенка. Не потеряли же. Все хорошо, все. Да. Прекрасно. Что все закончили? А мы хотим узнать, от кого же этот ребенок, потому что я муж. Да пидорас. Тебя ты, олень, блядь. Да, конечно, шалава ебана, блядь. Да ну было с Игорем разочек кого? А с Ренатом, блядь, не было, что ли? С Максимом. Да мы просто гуляли. Ага. Вы переебались. Ага. Совсем все. Блядь, ну за забором. А с Матыком с Лёвой нет, не было? А с Абдулой, когда он тебя пообдурил, а? Не было, что ли? Да я яблоки у него покупала. А, яблоки, да? Что они оказывались внутри тебя, да? Классно. Так ты сам он... жрал эти яблоки, блядь, жопой мало. Вылизывал, блядь, вообще-то. Вот именно. Ага. Именно. Это уже на семейном проблеме. Это уже семейные проблемы, блядь. Молчать. Ладно. Что, не был? Ничего больше. У меня была пора, она мне ебанула топор. А теперь семейное эго, давай. Мы ебашим, мы ебашим.